Всем привет! Снова с вами я, Татьяна, и канал «Жизнь на съемной квартире». Пока мой канал называется так, пока мы все еще живем на съемной квартире. Меня сегодня, смотрите, что щавель. Бельвильский щавель. Почему бельвильский, не знаю. Раннеспелый. Очень хочется, чтобы овощи и зелень выросли поскорее. Не знаю, говорят о том, что рано еще все сажать. Но рассаду не рано. Я сегодня сейчас буду буду щавель садить в самокрутку. Попробую. Делала уже помидоры, баклажаны. Попробую щавель сделать. Посмотрим, что получится. Попробую сделать такую узенькую самокруточку. Такую маленькую. Вот. Бумагу возьму. Такую. Не знаю, что из этого выйдет. Но будем пробовать, экспериментировать. Достаточно или нет? Думаю, достаточно. Нет, недостаточно. Ох, оторвала неправильно. Возьму еще немножко. Вот так. Буль-буль. Смачиваю водичкой. В водичку добавила 3% перекись водорода. Немножко. Так, смочила пакетик, туалетная бумажка. А теперь попробуем посеять. Ну, говорят о том, что можно сеять густо, не надо раскладывать эти семечки. Поэтому я вот так вот и сею. Я уже так посеяла базилик и портулак садовый. Очень понравился портулак. Вот, тоже мелкие семена, еще мельче, чем у этого щавеля. Я буду безмерно рада, если у меня эти семечки проклюнутся. Ну, я уверена, что проклюнутся. Но если это хорошие семена, то почему они должны не проклюнуться? Я буду рада, если они проклюнутся. Правда, как я потом буду высаживать, я не знаю. Щавель, как я буду потом в грунт. Ну, посмотрим. Буду еще смотреть, консультироваться, как это правильно сделать. Буду консультироваться. Так, и мне не очень хорошо получается писать на так, знаете, что я сделаю? Я отрежу вот так. И вложу вот это название, положу его прямо вот сюда, вот так, и тогда я не перепутаю, теперь я кладу в емкость, здесь у меня уже другая рассада. В емкости у меня водичка с той же перекисью. Закрываю пакетом и убираю в темное место. Мне так посоветовали, все так учат методом самокрутки, так делают. Убираю в темное место. И думаю, в одном из видео я вам покажу,
о том, что у меня получилось, как что-то проросло, какая-то рассада. Обязательно с удовольствием поделюсь. Вот. А сейчас прощаюсь с вами. Всем пока-пока.